Приветствую, коллеги. Ну, все, закончил я трудовой день. Очищаю шпателя. Кстати, штукатурка вообще въедается в сталь капитально. Приходится, чтобы наросты не были, хорошенько отмывать. Слышал, что очень в большом концентрате разводится соль в воду. Бросаются все грязные инструменты, разъедают капитально. Сам еще пока не пробовал, хочу попробовать. Может, кто-то еще какие-то методы знает, может, там сода, уксус и так далее. Говорите, хочу отмыть все инструменты. Так, значит, сейчас еду к Александру М. Брест. Там он кое-что должен поремонтировать. Посмотрим, как он с этим справился. Ну, так, что такие дела? Смотрим дальше. Приехал, ребята, к Саше. Вот он работает авторынок. Иду сейчас к нему. Сейчас у нас 8 часов 31 минута. Идем к Александру М. Брест. Он еще до сих пор работает. Вот его павильон. Мы сейчас застанем его врасплох. Чем он там занимается? Посмотрим. И посмотрим, смог ли он поремонтировать мои виброшлиф-машины Makita. Поэтому поехали. Камеру не выключаю, будем смотреть. Саша всегда так работает? Да, да. Он всегда очень много и честно. Ну, то есть долго всегда работает по вечерам. Все, да. Вот видите, какой трудяга. Да. Нет, по-настоящему. И он целый день делал, вчера и позавчера. Тут и компрессор работал, и все. Понятно. Так что вам удачи. Спасибо. Да. Все, идем. Идем, ребята. Опачки. Вы не ждали, а мы пришли. Вот Саша в неформальной обстановке. Саша, кончай съемки. Поздоровайся с ребятами. Приветствую вас, коллеги. Так, посмотрим. Вот мои машинки. Они мне долгое время Фиг на твои машинки. Смотри сюда. Ага. Старый Blowcraft. Износился коллектор. Посмотрите, а шестерни в идеале. Старый полупрофессиональный Blowcraft. Ё-моё. Это какой год? А, хрен его знает. Ну старый, ты говоришь старый. Да там ты уже не найдешь. Да, что ты хочешь сказать, полупрофессиональный? Раньше Blowcraft'ы, сейчас это считается бюджетный вариант? А сейчас Blowcraft'ов толком-то я не видел. Они ныне канули в лету, возможно, уже. Ну, ладно, не суть. Саша, ну что, в неформальной обстановке, без всяких монтажов, как машинки? Что можно сказать? Хрень. Что значит хрень? Да ладно, шучу. Это Makita. И Makita старая, кстати. 8-й год. До какого состояния, ребята, я чистил? Вот еще пускай посмотрят. Вот, вот. Смотрите, какой он вандал. Это ж бляха вот до такой степени дочистится, что уже все. Я, короче, здесь тряпки подкладывал. Да. Это когда я церковь делал. Там 1000 квадратов. Ладно, ладно, тряпки. Смотрим сюда. Подшипники, это интересно. А вот интересно, это как вот можно объяснить вот это вот, что это такое? Многие даже и не поймут, что это такое. Это болтик, который крепил основу, которую Славик стер. Стер до упора полностью. Он не только основу стер, он еще и болтики постирал. Ну, Саша, избытки производства. Идешь. Ты мне новые площадки заказал, да? Ой, красота, две машинки. У меня, короче, 3 машинки уже будет. Одна с регулировкой. Ладно, пошли проверять уже. Давай, давай посмотрим. Так, и при всем честном народе, сколько гарантии даешь? До порога. Вот, сними порог. Не-не, гарантию на то, что ты поремонтировал. Так я это говорю. Не-не-не, Саша. Именно для Славика, именно на эти две машинки, он доходит вот до того места, гарантия... и все, и гарантия заканчивается. А если серьезно? Блин, так я на полном серьезе. Что-то, жук. Вот будет прикол, если она не будет работать. Я на это и рассчитываю. Саша, ты станешь анти... Молодец, молодец, все. Да, теперь не знаю, что с ними делать. 3 виброшлиф-машины такие. Выкидывай. Не, ну кому-то продам где-то что-то, потому что мне столько не надо машинок. Вот. Так,
А для тех, кто не знает, вот Саша все время в одном месте снимает. На самом деле у него очень большой ассортимент всего. К нему везут, он все ремонтирует. Даже недавно краскопульт мне поремонтировал. Ну, краскопульт это единичный случай, я их не беру в ремонт. Это я так чисто ради прикола. Ты скажи, что тебе недавно предлагали поремонтировать. Стартер, да. Нет, не интересно. Это мне в комментариях подписчики писали поремонтировать. Не, ну куда еще стартера буду чинить? Мне с электроинструментом бы справиться, что мне тащат. Ну, заказов много реально по ремонту. Ты, несмотря на то, что ты как бы все секреты сдаешь. Нет, конечно. Ну, правильно. Не надо ничего. Не, мне не несут толком на ремонт. Ну, давай, Саша, посмотрим, что у тебя тут есть в продаже. Хорошо, пробежимся. Ничего нема. Заходите, чтобы меня увидеть. Все. Да. Там я что-нибудь втюхну. Да. Слушай, какое-то до боли знакомое ведро. Да, в нем ты мне шлифмашинки сдал. Да. Все. Короче, тут у него много чего. Всяких штучек. Компрессора. Когда-то еще... Сколько, Саша? Лет 5 или 6 назад я у тебя еще этот самый покупал. Макиту, перфоратор. До сих пор работает со съемным патроном. Правильно, зарядился моей аурой. И все, работает. Да. И еще и будет работать. Ты вообще не ушатаешь. Да. Так, что ты сейчас уже Отриксом? Да. О, реклама Отрикс. О, кстати, смотрите, какие феньки. Оп. Я даже когда прохожусь по улице, Отрикс рекламирую. Вот так вот. Так, ну что еще? Да вырубай ты шарманку, хватит. Давай, ладно. На самом деле, проверяйте все. Нет, вырубай. Да все нормально. Ты же вырубил? Да. Ладно. Все, ребята, пока всем.